Начать наш обзор хотелось бы с риторического вопроса, который задает автор видео и владелец регистратора. Он один из немногих, кого интересует, когда же в Саранске научатся уважать пешеходов. Ролик начинается за минуту до того самого момента, что послужил поводом для размещения видео. А произошло все на пешеходном переходе у остановки. Очередной мордовский стритрейсер решил не сбавлять скорость перед зеброй, а вместо этого, заметив пешехода, сначала начал сигналить за 50 метров, а потом совершил маневр и чудом не совершил наезд. Считанные сантиметры спасли девушку от самого ужасного, а лихач, как ни в чем не бывало, понесся дальше и быстрее, ведь впереди еще так много пешеходов. Похожий трюк, причем на отечественном болиде, совершил вот этот отважный водитель. И обида, которую затаил автор видео, явно просто так не пройдет. Ведь номера-то он запомнил. Надолго запомнит, что так делать нельзя, и героиня следующего ролика. Конечно, нельзя не отметить мужество, ведь многие бы просто подняться на такой аттракцион побоялись. А она на высоте более 100 метров отважилась запечатлеть предстоящие эмоции. Но одно неловкое движение, и телефон стремительно падает вниз, снимая видео, от которого может закружиться голова. И красивая концовка. Что удивительно, телефон продолжил снимать, а когда горе-хозяйка за ним спустилась, то обнаружила всего одну царапину. А что вы знаете о везении? Как правильно снимать, знают челябинские библиотекари. Там нашли креативный способ бороться с должниками. На YouTube-канале Челябинской библиотеки имени Пушкина появился короткометражный боевик, призывающий читателей возвращать книги вовремя. Видео, кстати, снял сотрудник библиотеки. Фильм под названием «Вовремя» рассказывает о молодом человеке, который пытается успеть вернуть томик Пушкина в библиотеку. Видео снято преимущественно от первого лица и включает сцены драк и паркура. Пока главный герой скрывается от погони и хулиганов, которые так и жаждут присвоить книги себе, вполне себе типичный библиотекарь ведет обратный отсчет. В съемках фильма принимали участие местные актеры и каскадеры, а также неравнодушные читатели. Ролик уже собрал 7 тысяч просмотров.